1896 году в экспорте хлеба Россия занимает первое место в мире. 500 миллионов пудов в год. Россия – крупнейший экспортер леса на 55 миллионов рублей в год. Экспорт масла – 400 тысяч пудов в год. Экспорт льна – 12 миллионов пудов в год. В России половина мирового поголовья лошадей. На дое молока от одной коровы 330 литров в год. В Швейцарии 990. На крестьянских землях урожаи 39 пудов с десятиной, на помещичьих 47. Каждый второй крестьянин в России – бедняк. Здравствуй. Ты очень возмужал, у тебя даже глаза потемнели. Ну, а Дмитрий? Изучает рабочий вопрос. О, Боже. Впрочем, я так и думала, что он займется чем-то в этом роде. Тимофей Степанович убежден, что этот вопрос раздувается искусственно. Есть люди, которым кажется, что Германия, опасаясь роста нашей промышленности, ввозит к нам рабочий социализм. Ты уже виделся с Лидией? Да, мельком. Она и Телепнева ждут меня наверху. Да. Да, конечно. Но ты все-таки дождись Тимофея Степановича. Он сейчас должен быть. И как ты нашел? Кого? Лидию. По-моему, изменилась она мало. Ну, это только внешне. Она наконец поняла, что у нее нет таланта для сцены. Это хорошо, было бы неплохо, если бы она поняла, что у нее вообще нет никаких талантов. Тогда, быть может, она перестала бы смотреть на себя как на что-то исключительное и научилась уважать людей. Павля! Павля! Кажется, Тимофей Степанович идет. Ну-ка, покажись, покажись. Тимофей, Вера, я... чаю мне. Я сразу еду на заседание. Город решил суду тебе на школу дать. Ну что? Нет, судя по лицу, науки тебя неплохо питают. Рассказывай. Впрочем, нет. Потом поболтаем. Выпускаю, брат, газету. Пытаюсь заменить кухонные сплетни организованным общественным мнением. Павля! Изумительно много работает. Я почти не вижу его. Увидев вас теперь, я отчетливо осознал, на какой отчаянный шаг идет ваш жених Лютов. Подумайте. Он говорит со мной на «вы». Это чего-нибудь стоит. Ах, вот как. Ты видел моего жениха. Уморительно, не правда ли? Умница. Ревнючий. Забавно с ним до потрясения мозгов. И богат. Осуждаешь? Особенно из Витана. По ее законам необходимо жить с милым и чтобы в шалаше. Но я бытовая и водевильная. Для меня необходим приличный домик и свои лошади. Ну, на худой конец, можно и в шалаше. Если милый, атташе. Нет, Лидочка, это страшно, когда интеллигент и шалаш. А мой Лютов старовер, купчишка, обожает Пушкина. Это тоже старовер, что Пушкина-то читать. Ой, Лидушка, какие я стишки получила сегодня из Москвы. Какой-то новый поэт. Бросов, Брусов, удивительный. Вот. Милые подруги, это Свинка. Приехали, молчите, знаешь, что Люба с дома убежала. Может, не может, красавица. И
Знакомьтесь, девушки. Иноков, дитя моей души. Бродяга будет писателем. Клим, какой ты стал игрушечкой. О, ну, ты представляешь, меня из сельских учителей все-таки высадили. Как это тебе нравится? Махорку курить нельзя здесь. А варенье? Да чего же, ну лучше отойти к окну. Спасибо. Сюда, пожалуйста. Вы чем занимаетесь? Так вообще. Иди в деревню учитель. Работаю. Он же злой, я его мало знаю. Осенью на Каспии рыбу ловил. Интересно. В корреспонденции пишу. Иногда. Печатают. Мало. Думаю, серьезно заняться рыбьим делом. Их теологией. Писать будешь. Второй год с ним живу. А вижу редко. Потому что прыгает от меня во все стороны. Влетит, как шмель. Покружится, пожужжит, и вдруг Люба, завтра в Херсон еду. Россию надо знать. Вот-вот-вот. Все знать, это пунктик. А писать ленишься. Писать надо, как Флобер, или совсем не надо. У нас не пишут, а для души лапти плетут. Мы вот, Россия, первая страна в Европе по обилию рыбы. А промышляем рыбу грабительски, варварски. Замолчи ты со своей рыбой. Разве селедка нужна народу? Аральское море, да черное, да северные моря, да реки. Высохнуть бы им, слышать не могу. А ты, Климушка, все такой же. Посторонний. Расскажи о Петербурге, а? Каковы люди? Да, что там? Люди, я полагаю, там не лучше, не умнее, чем везде. Редко встретишь человека, для которого основными вопросами бытия являются любовь и смерть. Это Лев Толстой внушает. Меньше других. Есть и другие. Вы относитесь отрицательно к вопросам этого порядка? Не знаю. К сожалению, наши отцы усердно занимались решением вопросов материального характера, игнорируя загадки духовной жизни. Например, политик – это, на мой взгляд, человек ограниченный, который считает тревоги духа чем-то вроде накожной болезни. Это люди ремесла. Жизнь требует художников, творцов. Но есть люди иного строя мысли. Они обогащают мир чувств, воображения, раскрывают перед нами таинственное безграничие нашей внутренней жизни. Возвышая человека над уродливой действительностью, они показывают ее менее ужасной, чем она есть, когда стоишь на одном уровне с нею. В воздухе не проживешь. Да, я обещала стихи. Слушайте все. Вы, Клим, тоже. Они несколько нескромные, но музыка... Впрочем, вы... Да, все равно. Сладострастные тени на темной постели окружили, легли, притаились, манят. Наклоняются груди, сгибаются спины, вид жгучий, тягучий, глухой аромат. Наблюдаю в мерцанье колен изваянья, беломраморность бедер, оттенки волос. А дымящее пламя взвивается в вихре и сливает тела разноцветный хаос. О, далекое утро на вспененном взморье, странно-алые краски стыдливой зари, о, весенние звуки в серебряном сердце и твой сказочно-ласковый образ, Мари! Это утро за ночью, за мигом признания, перламутрово-чистое утро любви. Это утро, и воздух, и солнце, и чайки, и везде точно отблеск улыбки твои. Озаренный, смущенный, ребенок влюбленный, я бессильно плыву безграничности грез, а дымящее пламя
взвивается в вихре и сливает мечты в разноцветный хаос. Тебе не надо выходить замуж. Ты актриса. Ты сегодня хорошо говорил. Как будто это не ты. Спасибо. Я слышала от Макарова, что ты изменился. Понравился ему. Вот как? Лестно. Оставь этот тон. Я же знаю, ты любишь нравиться. Лучше расскажи еще что-нибудь. Например? О Турабоеве. Он сильно болен. Подайте, Христа ради. Дай Бог вам здоровья. Дай Бог вам здоровья. Господи, не знаю, почему ты думаешь, что почему ты спрашиваешь, что... Я слышала, у него чахотка. Тогда можно многое в нем объяснить, это ужасно. Да. И вообще, все такой ужас. Ты не знаешь. Отец зимой увлекся водевильной актрисой. Толстенькая, красная, пошлая, как торговка. Я не очень хороша с твоей матерью, мы не любим друг друга. Но, боже мой, как ей было тяжело, у нее глаза обезумели. Ты видел, как она посидела? Как все это странно и грубо. Люди топчут друг друга. Я хочу жить. И не знаю, как. Скажи, как жить? Люби. Полюби, и все будет ясно. Ты это знаешь? Испытал? Нет. И не будет ясно. Не будет. Я знаю, что нужно любить, но я уверена, это мне не удастся. Почему? Ну зачем? Зачем я это сделал? Я ведь ничего не хочу от нее. И странно, она становится для меня каким-то наваждением. В своем тяготении к Лидии он смутно подозревал опасность. Это чувство могло повелительно потребовать, чтобы Клим Самгин стал другим человеком. Ты что ж, Самгин, зазнался? Я ж просил тебя повидаться со мной. Сомова говорила тебе? Не было времени. А сидеть на тухлой водой есть время? Вот, работы нет. 2 недели мыл бутылки в подвале пивного склада. Простудился. Папиросы у тебя есть? Не курю. Да, я забыл. И не будешь курить? Не знаю. Конечно, не будешь. Значит, учишься. А меня вот раздразнили и выбросили. Живи теперь недоделанным. А тут еще явился Исаия, пророк вроде твоего дядюшки. Уговаривает: милые дети, будьте героями, прогоните царя. И ты что же? Собираешься прогнать? Я в эту игру не играю. Я не верю. Ни дядям, ни тетям. Томилину верю. Этот от меня ничего не требует, никуда не толкает. Он одному учит. Не верю. Тут уж бескорыстно, а? Да. О, замечательный человек. Живет, не морщится. Тут на днях хранили кого-то. И один из провожатых забавно сказал: 39 лет жил, морщился, больше не стерпел, помер. Смешно. Томилин много стерпит. Ты что ж не зайдешь к нему? Он тебя хвалит. Это, говорит, человек независимого ума. Конечно, зайду. Сегодня же. Тебе, Иван, не надо ли денег? А? Надо.
сапоги починю. Ну, мне пора. Давай. Увидимся еще. Разумеется. Толстой ищет веры, а не истины. Свободно мыслить об истине можно лишь тогда, когда мир опустошен. Убери из него все. Все вещи, явления, все твои желания. Он мыслит о человеке, о Боге, о добре и зле. А это лишь точки отправления на поиски вечной, все решающей истины. Кушайте, пожалуйста. Замечательные пряники. Сама делала. Спасибо. Из солода и меда. А материалисты, в противовес Толстому, утверждают, что психика есть свойство организованной материи. Мысль — химическая реакция. Но ведь это только терминологически отличается от одушевленной материи. Из всех недопустимых опрощений материализм самое уродливое. Да. И совершенно ясно, что он исходит от отчаяния, вызванного неведением и усталостью безуспешных поисков истины. Да. Повторяю, веры ищут и утешения, а не истины. А я требую, отбрось от себя не только все верования, но и само желание веровать. А мы... Сейчас воротится. За котом пошел. Каким котом? Теперь у нас кот. Никитой зовем. Так его кормить скоро. А он его не съест? Кто? Никита. Зачем ему? Он же сытый. Ради баловства, если. Да и то, видно, лень ему. Не дать ли ему молока? Рано еще. Так вот, милейший, свободно мыслящий мир пойдет за мной. Вера есть преступление перед лицом мысли. А вообще-то давай. Молока? Самгину не хотелось смотреть на этих людей. Было неприятно слышать их голоса. Томилин раздражал его уже тем, что существовал. А душа Клима засорена его мудрствованиями. Засорена на всю жизнь. И так, что он уже не сможет ничего воспринять извне. И как унизительна роль человека, на которого смотрят как на ящик для мусора своих мнений. Роль внимательного слушателя и наблюдателя откуда-то со стороны, из-за угла, уже недостойна. Говорил рано еще. Мне надо быть более активным. И если я начну осторожно ощипывать с людей павлиний перья, это будет очень полезно для них. Спивак. Вера Петровна Самгина. Очень приятно. Здравствуйте. Здравствуйте, Клим. С приездом, Елизавета Львовна. Мне очень жаль, Вера Петровна, что с первой же встречи я должна сообщить вам печальное. Дмитрий Иванович арестован. Боже мой. Да, пришли ночью, увели. А Кутузов?
Кутузов поехал хранить отца в Самару, и его арестовали там, прямо на пристани. В чем дело? Боже мой, ну за что? Ничего страшного. Арестовали знакомого Дмитрия Ивановича, учителя фабричной школы. И я думаю, дело все в этом. Будем надеяться. Климушка, Лена, покажи Елизавете Львовне да, да. флигель. Можно очень уютно устроиться. И окно в сад. Особенно удобно для двух сестер, старых дев. Или для молодоженов. Отлюбить в этой тишине сколько положено и затем... Впрочем, вы, юноши, не поймете. Пойдемте во двор, посидим. Пусть они там торгуются по поводу своей музыкальной школы. Хорошо здесь и красиво, но красоте я не очень доверяю. Например, чем более красив мужчина, тем менее он надежен, как муж и отец. Вы согласны? Красота распутна, это должно быть закон природы. Она скупа на красоту, и поэтому, создав ее, стремится использовать как можно шире. Почему вы молчите? Здесь Турабоев, вы знаете? Да? Где? На дачах продает свою землю. Вот как? Вы не переписываетесь с братом? Почему вы знаете? Я спрашиваю. Но так как бы уже знаете, что не переписываюсь. А почему? Мы очень разные, интересы наши тоже различны. А каковы ваши интересы? Ну, я полагаю, что прежде всего необходимо честно относиться к самому себе. Ведь определенность личности достигается только тем, что человек всегда говорит одно и то же, это ясно. Личность, комплекс прочно усвоенных мнений, вот и все. Нужно со всей возможной точностью установить границы своей личности. Только тогда можно понять истинные запросы своего «я». Похвальное намерение. Может быть, оно потребует от вас и не всей вашей жизни, но все-таки очень много времени. Это ирония? Нет, зачем? Ну, вы так говорите и... Допрашивайте. Вы очень сдержанный человек. Это у вас от скромности или от скупости? И я бы хотела понять, как вы относитесь к людям. Тургенева читаете? Мать читала. То есть, как это читала? Читает? Ну, хорошо, читает. Читает Библию, Пушкина, Шекспира, а Тургенева прочитывают, чтобы исполнить долг вежливости перед русской литературой. Тургенев кондитер, у него не искусство, а пирожное. Настоящее искусство не сладкое, оно всегда с горчинкой. Это должно быть написано нонными. Ну, довольно тебе тумкать. Пора поговорить о Фридере. Ваша мать приятный человек. Она знает музыку. Да, очень, очень понравилось. Я рада. Далеко ли здесь кладбище? Я люблю все элегическое. Девочка, немножко дорого. У нас лучше всего кладбище. Все, что около смерти, у нас отлично. Хорошо. Кладбище рядом. Вам покажут горничная. Какая неприятная женщина. Еврейка? Нет. Ах, Дмитрий, Дмитрий, теперь мне придется ехать в Петербург. Тебе не кажется, что арест брата может отразиться на тебе? Почему? Жили вместе. Это еще не значит, что мы солидарны. Да, но... О, Боже. Тебе грустно? В моем возрасте мало веселого. Где-то совсем близко тебя ждет женщина. Девушка, которую ты полюбишь. Не надо об этом. Я не умею говорить об этом, но надо. О великодушии, о милосердии к женщине. Да, о милосердии. Это самое одинокое существо в мире. Женщина. Мать. За что?
Одинок это безумие. Я не только о себе говорю, нет. Я принесу воды. Час. Один только час в награду за дни, годы. Одиночество. Гордость, которая попирает так жестоко. Привычное, ты пойми, привычное нежелание заглянуть в душу ласково, дружески. Я не умею говорить об этом, но иначе не скажешь. Ты должен знать, все женщины неизлечимо больны одиночеством. От этого все. Все. Иногда им хочется выйти. От этого все непонятное вам, мужчинам. Неожиданные измены. И все. Никто из вас так не жаждет близости к человеку, как мы. Господин Воровка с дачи приехали. Да? Рабой выродок, как это, декадент, продать не умеет. Вот я у него городской дом купил, переделаю под техническое училище. Продал дешево, словно ворованное. Вообще, идиот высокородного происхождения. Лютов, когда у него... землю для Алины покупал, хотел обобрать. И обобрал бы. Я не позволил. Лучше я уж сам. Что ты говоришь? Я честно говорю. Надо бы уметь брать. Особенно у дураков. А Лютов хитрое бестие. Будь осторожен, Клим. Наш Дмитрий арестован. Это что же, наследственная тяга в тюрьму старшей линии Самгиных? Мне придется ехать в Петербург. Да, разумеется. Все норовим разрушать, а строить не умеем. Шел бы ты, Клим, учиться на архитектора, равновесие получилось бы. Один брат разрушает, другой строит. А мне подрядчику выгода. Лютов тоже подрядчик, но сочувствует революционерам. Казалось бы, дело не купеческое. Кажется, входит в моду, сочувствует. А вообще революционер тоже полезен. По причине уродливых условий русской жизни. Ведь если революционер внушает мужику, возьми, пожалуйста, дурак, землю у помещика. Пожалуйста, научи жить. Пожалуйста.
работать человечески, разумно. Пожалуйста, пожалуйста. Тогда революционер полезный человек. И что такое для нас, русских, социальная революция? Процесс замены пасконных штанов приличными брюками. А Лютов что же? Убежденный человек? Не знаю. Он такой неуловимый, что ли? Поймаю. Ты вот что, поезжай-ка на дачу. Купля-продажа еще не кончилась. Нужно, чтобы кто-нибудь из наших был там. Поезжай, помоги мне с бумагами. Я послезавтра приеду. Я к нотариусу. Какая энергия. Но, как всех культурных работников, его не любят. Вижу! Не прячьтесь! Почему вы думаете, что я прячусь? Из деликатности. С приездом. Знакомьтесь. Никонова. Самгин. Ну, гуляйте, гуляйте. Сделайте так, чтобы об этом не знал никто. Может, эти предосторожности излишни? Не считаю их таковыми. Ну, гуляйте, гуляйте. Не очень-то вы вежливы с нею. Сойдет. Да, должен предупредить вас, в Петербурге арестован мой брат. Да? Народоправец? Марксист. А говорят, снова происходит накопление революционных сил. Накопление, черти. Это тоже явилось сообщить мне, что в Смоленске арестован один мой знакомый. Типография там у него. Черт бы драл. Харьков, аресты в Питере, в Орле. Накопление! Интересно, вам-то какое дело до этого? До революции? Правильный постанов вопроса. Жалею я, что братца вашего сцапали. Он бы, вероятно, объяснил вам. О, из этой штуки можно было бы сделать много полезных вещей. Художник вырезал бы черта и ангела. А как видите... Это почтенное полено уже загнило, лежа здесь. Но его можно жечь в печи. Гниение бесполезно и постыдно. Горение дает некоторое количество тепла. Я за то, чтобы дарить жизнь теплом и светом. Чтобы раскалить ее. Представьте себе, что и сотни миллионов... Мозгов и сердец русских 10, но 5 будут работать со всей мощью энергии в них заключенной. Вы представляете, что можно бы было сделать? А! На сумма? Поохотиться не желаете, господин? А? Сами, пуда на два. Господин, господин, ну, куда ж ты? Ну, постой, постой. Ну, куда ж ты бежишь? Ты понимаешь, какая вещь? Ну, ты послушай. Ну, погоди. Да что ж ты испугался ты? Ну, постой. Тут это такое дело. Ну, сама. Ну, господин. Ну, постой. Ну, да милый, ну что ж ты бежишь-то? Ну, что ж ты испугался? Ну, сама не ходить. Ну,
Солдатка есть вкусная! Добрый день, Клим Иванович. Добрый день. Здравствуйте. Позвольте, позвольте. Вы признали, что промышленность страны находится в зачаточном состоянии. И вместе с тем считаете возможным, даже необходимым, внушать рабочим вражду к промышленности. Да. Но мотивы? Ваши мотивы? Что заставляет вас признать эту вражду? Фамилия! Лютов! Моя фамилия Лютов! Прошу. Люто ненавижу скуку жизни! Владимир, мы говорим серьезно, не так ли? Вполне. Чего же вы хотите? Свободы! Анархизм. Если хотите. У нас все, и князья, и графы упрямо проповедуют анархизм. Дозвольте мне, купеческому сыну, добродушно поболтать на эту тему. Зачем? Извините, это несерьезно. У меня возникает несколько обидное впечатление. Мы, русские люди, не умеем владеть умом. У нас не человек управляет мыслью, а она порабощает его. Помните, Самгин, Кутузов называл наши споры парадом парадоксов? Ну-с? И что же-с? У нас есть варварская жадность к мысли, особенно блестящей. Это напоминает мне жадность дикарей к стеклянным бусам. Я думаю, что только этим можно объяснить такие курьезы, как вольтерьянцев-крепостников, дарвинистов поповых детей, идеалистов из купечества первой гильдии и марксистов того же сословия. Это камень в мой огород? Нет. Я ведь не пытаюсь убедить. Я рассказываю. Эй! Господа! Господа! Ну, чё надо? А? Может, на сума поохотиться желаете? Тут сом Буда на три живет для вашего удовольствия. Так. Интересы ради развлечения. Охота на сама. Я бы рубликов за 25 отличную охоту устроил бы. Рыбина опасная. Похвалились бы обосля. Как вам, Лютов? Оригинален? Не из тех людей, которые возбуждают мое уважение. Но любопытен. Он очень зло сказал о Бакунине, Кропоткине, Толстом. Это самое умное, что он сказал. Вот уж не думала, что вы тоже любите спорить. Это недостаток? Да. Мне кажется, что спорить любят только неудачные и несчастливые люди. Счастливые живут молча. Вот как. Да. А несчастным? А несчастным трудно сознаться, что они не умеют жить. Вот они говорят, кричат. И все не о себе, а о любви к народу, которую никто не верит. Ого. Вы храбрые. Это вы называете храбростью. А как же вы назовете народовольцев, революционеров? Тоже храбрые люди. Особенно те, которые делают революцию бескорыстно. Из любопытства. Это вы говорите об авантюристах? Нет, почему же? Почему? О людях, которым тесно жить, и они хотят ускорить события. Профессор Менделеев не менее революционер, чем Карл Маркс.
Любопытство и есть храбрость. А когда любопытство переходит в страсть, это уже любовь. Вы искренне об этом говорите? Вполне. На свете будем ловить сама! За 20 рублей сторговался. Алина Марковна, нареченная, вы когда-нибудь ловили саму? Ни рыб, ни журавлей в небе. Понимаю, предпочитаете синицу в руке. Одобряю. Верно, согласен. Мы или плутаем в дебрях разума, или бежим от него испуганными дураками. Но это только потому, что мы народ метафизический. И науку можем принимать только как метафизику. Для меня, например, математика – мистика цифр, а точнее колдовство. Не новым. Да. Это пустяки, будто немец прирожденный философ. Хорошо. Это ерунда. Немец философствует машинально, по традиции, по ремеслу, по праздничкам. А мы страстно, самоубийственно, и день, и ночь, и во сне, и на груди возлюбленной, и на смертном одре. Собственно, мы не философствуем, потому что это у нас не от ума, а от воображения. Мы не умствуем, мы мечтаем. Мечтаем во всю силу зверства натуры. Зверство, поймите, не в порицающем смысле. Вот так, понимаете? Умов у нас не обретается. У нас безумные таланты. Все задыхаемся, все. Летим и падаем. Мужик возвышается в президенты Академии наук. Аристократы нисходят в мужики. А где еще вы найдете такое количество и разнообразие сект? Мне кажется, вы во многом согласны с Достоевским. Нет? В чем? Не повинен, не люблю. Достоевский обольщен каторгой. Он всю жизнь ничего не умел писать, кроме каторжников. Володя, выпей молока. Холодненькое. Порядочный человек у него идиот. Народу он не знал, о нем не думал. Володь, ну выпей ты молока, а? Дайте мне. Наш народ самый свободный на земле. Он ничем не связан изнутри. Действительности он не любит. Спасибо. Он штучки любит, фокусы, чародеев, колдунов, блаженненький. Он сам такой, блаженненький. Он завтра же может магометанство принять, да? На пробу, да? Сжечь все свои избы и уйти в пустынь, в пески, искать Афонское царство, да? И что же в конце концов? А то, что народ хочет свободы, но не той, которую ему судят политики, а свободы всячески страшно! Согрешить! Чтобы испугаться и бессмирить в самом себе. На 300 лет. Вот! Странная теория. И все-таки это Достоевский. Если не по мысли, так по духу. Алина Марковна! Не хотите ли погулять? Молча хочу. Совсем молча. Могу разрешить армянский анекдот. Ну что ж, спасибо и на это. Мне его жалко. Почему жалко? Видишь, как кричит? Это он сам себя перекричать хочет. Не понимаю.
Что ж тут не понять? Проводи меня, Константин. Какая тоска. Отчего это ощущение пустоты, в которой кипят слова, мысли? Кипят, но не согревают. Ведь не глубже я. А может, я попросту бездарен или... И наступил еще мой час верить. Не знаю. Ничего не знаю. Но убежден в одном. Все эти люди, что мечутся, кричат, спорят друг с другом, просто заняты поисками своих масок, чтобы под ними скрыть свою бесцветность и пустоту. А я ничего от себя не скрываю. Понимаете, какая вещь? Сом кашу любит. Прусяная, али, скажем, гречушка, каша – это его первая любовь. Сома каши на что угодно подкупить возможно. А черт. Кашу ему дали зверю. Каша у нас как можно горячо сварена и в горшке. А горшок-то надбить, понимаете, какая вещь? Проглотил он, значит, кашу. А горшок этот подбитый в животе у него и развалился. И тут начинает каша кишки ему жечь. Понимаете, ваше тупенство, эта вещь? Ему теперь больно, а мы его тут... Ну, врет, конечно. Но ни один дьявол, кроме русского мужика, не может выдумать такую ерунду. Ну, скоро? Ч-ч-ч. Господин, говорите потише. Этот сом зверь хитрый, он все слышит. О. Миколай! Эй! Что? Миколай, погляди, сожрал? Я ел! Ну! Сожрал! Сожрал! Ты что, дьявол? Господи! Сам орешь, как бешеный, а мне разговаривать не велишь. Так, господи, сом-то этот меня знает, а вы ему чужой человек. Всяка тварь знает свою осторожность жизни. Ах, молодец. Вот. Вот теперь глядите. Ну-ка. О, сейчас начнет его жить. А он прыгать. Глядите. Ой, смотрите. Вон. Вон у того берега. Где? Темненькая. Где? Ну, где? Ну вон, ну плывет. Это тень облака. Тихо. Да. Так. Бей его! О, дьявол! Не попал. Что ж ты, Микола, дьявол, веслом его не ошарашил, морда. Ну что ж ты, эх ты, промазал. Ну, осрамился же его, ребят. Ну что ж ты, его веслом я ж тебе говорил. Не попал, господа. Понимаете вещь, осрамился. Ошибся маленько. Метил в голову, а мимо попал. Отцы святые, путика на четыре слишком, быка несом. Усы, во, смотрю, на дне стоит, задумался. Усы шевелятся, а я, за что тут говорить? Отлично играет. Оставь, моя затея. Так был сон, был или нет? Идем. Минутку. Обманул?
обманул. Дьявол. Пошли. Да не дьявол, а ты обманул? Как же это? Кто же это? Кто же это? Да ты не бойся, не бойся. Я тебе и заплачу, и на водку прибавлю. Только говори прямо, обманул? Оставьте его. Гоните вы его прочь. Как это я могу обмануть? Господь, разве можно, Господь, обмануть? Хорош. Черт. Ах, жулик. Где Сом? Понимаете, какая вещь? Где Сом? Грехи. Где Сом? Он живет, он живет. Сон. Это уже нечто чрезмерное. А? Ну что? Ну что? Промахнулся. А, промахнулся. Его следует наказать за обман. Как следует наказать? Ох, ловко одурачил, а? Талант, талант. Настоящее искусство всегда одурачивает. Понимаете, вещь, каково? Вы ужасно много говорите, как сумасшедший. Молчу, молчу. Почему вас не возмутил мужик? Чем же, Лидочка, напротив, я ему трешницу прибавил и спасибо сказал. Он у нас умница, мужик у нас удивительный умница. Ну, хватит тебе, Володя. Он учит. Пошли. Теперь-то вы им сама не поверите. Ни за что не поверите. Ой, Лютов очень трудный. Он точно бежит от чего-то. Так, знаешь, бегом живет. Он и вокруг Алины все как-то бегает. Он всю ночь пьянствовал на мельнице. Почему ты сердишься? Он пьет, но ведь это же его несчастье. Ты знаешь, мне кажется, что мы все несчастные и непоправимо. А особенно это чувствую, когда вокруг меня много людей. Вчера я, Алина, Турабоев и Макаров, все стали вспоминать вдруг о своем детстве. Ой, ну? Ужасные вещи я себе рассказывал Макаров. И о своей матери, и о себе как о чужом. Сколько ненужного переживают люди. Я люблю тебя. Как тебе не стыдно? Ты обиделся? Нет. Не надо обижаться. Ведь этим не играют. Я знаю. Мозг пачкает. Быстро, быстро! Я сказал, не надо. Оставь их, они же исцарапаются. Не надо. Да что вы узорничаете? Не ваши детеныши-то. Узорничает тут. Кому, говорю, отдайте детеныша. А ты, Настя, фрутон. Конфуз, лап конфуз. Учись с места, господа. Господи, поднимают ли? Сейчас будет.
Слава тебе, Господи, шага, дожила. Шага, Господи. Слава тебе, Господи, матушки, шага, дожила. Лукас Николай Павлович, послужи Богу. Лодка, поднимать будем. Господи, спаси и помилуй. Эх, ма. Держи, Марфа. Начали православные. Ну, взялись. Поднимай. Так, так. Выше, выше. Так, так. Взял, принялся. Держу. Взял, взял. Ходи. Держу, дай. Отойди сам. Здравствуйте! Здорово! Колокольчик этот около, слышь, 17 пудов будет, а еще по лестнице наверх. Тут в нашей округе против этого кузнеца никого нет, он всех бьет. Ну-ка. Не то, что твой сом. Ну так, но сом был. Все! Николай Павлович! Oh!
Ну что? Что он? Жив? Не знаю, пустите, это Михайло. Дура. Не знаешь, не понимаешь. Что там случилось? Веревка шею захлестнула, потому позвонки хряснули. Кому? Тому. А может, кузнец пошутил? Нарочно веревку накинул. Чем? А всяко бывает. Может, и ошибся? А? Я же чувствовала. Мне так не хотелось идти сюда. Алина Марк, не надо, голубушка. Домой! О, Боже. А еще! А ну, пошел! Ну, правосудие! Я! А ну, давай! Сразу получилось. Скончался дядя Як. Привет. Умер, не выходя из тюрьмы. Это ужасно. И что происходит? Арестована Мария Романовна. Ты помнишь нашу кушерку? Да. Что, Дмитрий? Я получила свидание с ним. Он сидит в тюрьме, которая называется Кресты. Здоров, а обрастает бородой, спокойно, даже весел, и, кажется, чувствует себя героем. На днях его выпустят. Он будет лишен права учиться в университете. Я не считаю это несчастьем для него. Мне всегда казалось, что он был бы плохим доктором. Он по натуре учитель. Счетовод в банке и вообще что-то очень среднее. Офицер, который ведет его дело... Так. Очень любезный. Человек жаловался мне, что Дмитрий на допросах ведет себя невежливо и отказывается назвать тех, кто вовлек его в эту авантюру. Этим он очень вредит себе. И не только себе. Да-да, конечно. А офицер настроен к молодежи очень благожелательно. Он говорит, не можем же мы воспитывать революционеров. И напомнил мне, что в 81-м году именно революционеры, убив царя, погубили Конституцию. А я... Павло, где ты? Кажется, Тимофей... Вот так они и живут. Все эти Томилины, Лютовы, Макаровы, Нехаевы. Схватят какую-нибудь идейку и шумят, кричат. А в сущности все эти умники, люди скучные, фальшивые. Ходят по земле с колокольчиками на шее, как швейцарские коровы, и звонят, звонят. Почти уверен, было бы гораздо спокойнее жить без Кутузова. Наверное, даже и Воровьи. Вообще без всех этих мудрецов и фокусников. В конце концов, я заметен сейчас только потому, что стою в стороне от всех и молчу. Когда мысли этого цвета и порядка являлись у Самгина, он хорошо чувствовал, что вот это подлинные его мысли. Те, которые действительно отличают его от всех других людей. А вслед за этим... В нем вспыхивало и обжигало какое-то сильное, дурацкое желание крикнуть людям.
Эй вы, я ничего не знаю, не понимаю, ни во что не верю. И вот говорю вам это честно. А все вы притворяетесь верующими. Вы лжецы, лакеи простейших истин, которые вовсе не истины, а хлам, мусор, изломанная мебель. И крикну, думал он, я непременно это крикну всем. Просто не пришло мое время.